Владивостокское отделение шорт-трека краевой спортивной школы Олимпийского резерва завершило сезон 2021-2022 годов. На заключительной тренировке родительский комитет совместно с тренерским штабом организовали спортивный праздник для юных конькобежцев на льду Фетисов-арены. Программа включала в себя забеги на короткие спринтерские дистанции. Своим мероприятием мы подвели итоги уходящего сезона спортивного. У всех он обычно начинается где-нибудь зимой, а у нас он переходящий, то есть из одного года в год. И 2021-2022 год мы, так сказать, подвели его итоги и закрыли сезон. В тренерском штабе Владивостокского отделения наставнику помогает 18-летний действующий спортсмен, кандидат в мастера спорта Павел Ковун. Я сейчас помогаю детям после длительного перерыва. Занимался в разных школах. Вот приехал обратно в Владивосток и теперь занимаюсь, собственно, здесь. И детям помогаю, сам занимаюсь. На празднике кипели страсти, никто не остался без наград. Всем юным спортсменам вручили грамоты и памятные медали. Впереди каникулы, которые не будут продолжительными. Уже в июне конькобежцы отправятся на свой первый из трехлетних спортивных сборов. Анна Дьякова, новости на восьмом.